В селе Ретиховка Черниговского района состоялась церемония открытия мемориальных досок двум приморцам, погибшим при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции. Торжественное собрание прошло в общеобразовательной школе номер 18. Именно здесь учились сотрудник ОМОН «Восток» Николай Сергеевич Драчук и военнослужащий Вооруженных сил России Олег Андреевич Евсеев. Родители погибших героев сняли покров с мемориальных досок. Люди, которые приходят, будут воспитываться на таких героях, как Николай и многие другие, которые отдали свою жизнь на благо Родины России, в военных операциях, на Северном Кавказе, в мирное время при выполнении служебно-боевых задач. Указом президента Российской Федерации за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении специальных задач, оба героя награждены орденом мужества посмертно. Собравшиеся почтили память павших минутой молчания и возложили цветы к мемориалу. Артем Белов, новости на восьмом.